Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил рассмотреть необходимость введения моратория на повышение коммунальных тарифов для населения сроком на 180 дней. По итогам совещания в Ак-Орде президент дал поручения, направленные на стабилизацию социально-экономической ситуации. Глава государства объявил о введении государственного регулирования цен помимо сжиженного газа на бензин и дизель сроком на 6 месяцев. Кроме того, Касым-Жомарт Токаев заявил о регулировании цен по значимым продовольственным товарам. На совещании президент поручил рассмотреть вопрос субсидирования арендной платы по вторичному жилью для социально уязвимых слоев населения и создать общественный фонд народу Казахстана, который будет финансироваться за счет частных и государственных источников для решения проблем здравоохранения и детей. Также обсуждался вопрос разработки закона о банкротстве физических лиц. Я уверен, что при разработке подобного закона нужно вводить представителей, кто представлял бы интересы заемщиков. Потому что закон закону рознь, понимаете? Этот закон можно выхолостить таким образом, что по факту обратиться к процедуре банкротства будет невозможно, ну, очень сложно. И в итоге люди не будут иметь возможности выйти из кредитования. Но базовая проблема очень большая. У нас кредиты невероятно доступны. Закон должен быть очень четким, внятным, который бы позволял практически любому человеку обратиться за этой процедурой и прекратить исполнение своих обязательств, обосновывая своей неплатежеспособностью. И после этого его обязательства должны прекращаться. Если такое произойдет, тогда банки пересмотрят свои кредитные скоринговые модели в сторону большего риска и перестанут настолько бездумно выдавать эти кредиты.